одно из твоих, скажем так, уже за тобой закрепленных, да, уже высказываний будет «все будет так, как я хочу». Ты любишь эту фразу, ты часто ее используешь. Эта фраза, это заявление, оно сводит с ума очень многих твоих оппонентов. Библейское основание такому праву мыслить. Богословское, да? Очень просто. Во-первых, Бог творит, что хочет, и у него всегда получается. Странно было бы, если бы я, сын, рожденный от его природы, не считал бы о себе то же самое, что я могу делать, что хочу, и у меня получится. Это первый довод. Второе, религия очень боится, что верующие начнут делать, что хотят. Потому что смысл-то религии заставить человека делать, что он не хочет. И я полностью тогда лишаю их всякого. Они хотят крестов, они хотят цены, они хотят страдания. И хвалятся там непонятно чем. Но это все религия. Религия всегда, она тебя равняет и строит. Но мы знаем, что такая позиция в Ветхом Завете, когда людей заставляли делать по правилам, не принесла ничего, кроме разочарования и нужды в Спасителе. Соломон сказал потрясающую фразу в притче 13. Звучит она так. Я себе специально держу эту притчу, чтобы показывать всем, кто спрашивает этот вопрос. Он пишет: «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце». То есть желание, которое долго не сбывается, оно делает человека усталым. «А исполнившееся желание, дословно, древо жизни». И я вот сижу себе и думаю, то не написано, что исполнившиеся хорошие желания, святые желания. Вообще желание, оно по действию на человека, вот когда желание исполняется, представляете, оно оживляет человека физически. Да кто же этого не знает? Оно вот приносит тонус, все гормоны начинают тебя хвалить, все твое тело баловать, у тебя радость, у тебя победа, у тебя все самое лучшее. И мудрый Соломон, он говорит, что это работает как древо жизни. Вот представьте, что если бы желания человека, они исполнялись почаще хотя бы, потому что большинство желаний человека не исполняются. Вот правда жизни. И Соломон говорит, вот представьте, мудрый Соломон, проницательный, который видит суть вещей, он говорит, что в человеческой внутренности заложено, Богом заложено, потому что он бы не сравнивал это с древом жизни, сравнил бы там с похотями, как религия любит еще. Он говорит, вот человеческая психика устроена таким образом, и тело, и психика, что когда получаешь желаемое, высвобождается некая энергия, которая человека, что называется, мотивирует жить. Он говорит, прямо как жизнь высвобождается, жизнь. И вот конструкция человеческая, она так сделана по образу Божьему. Она сделана так, что есть энергия в исполненном желании такая, которая оживляет, животворит, иными словами. Поэтому древо жизни, оно что делает? Животворит. Вот, говорит, представляете, исполненное желание имеет сходство с животворящим духом по своему действию. Это оу, вау. Иисус, второе основание библейское, Иисус говорит такие фразы. «Чего не попросите, будет вам. Если не усомнишься, будет чего не пожелай, по слову твоему». То есть говорит, что хладнокровно. Он даже не говорит, если не усомнишься, что хорошее желание святое твое исполнится, оно исполнится. Он дает концепцию. И там есть еще такая фраза, он говорит, «Если прибудете во мне, чего не пожелаете». Пребывать в Иисусе – это вообще огромная отдельная тема, но я подчеркну только две вещи. Первое. Пребывание в Иисусе с точки зрения возможностей позволяет тебе реализовывать любые желания. Ты знаешь, что в человеческой природе есть сила абсолютно реализовать любое желание. И пока ты в этом сомневаешься, грешники, которые вообще ни во что не верят, кроме своих сил, добиваются колоссальных вещей, колоссальных. А мы такие, нет, сбудется только то, что реченное Господом. Ну, я не знаю, ну вы, извиняюсь, Гитлер 100 миллионов человек убил, это было его желание или бы это было реченное Господом?
Как он, знаете, будучи негодяем, такие великие дела? Это большие дела, это огромные дела. Не веря ни в черта, ни в Бога, что называется, люди эти знают, что в их внутренности есть возможность это реализовывать. Они как-то это чувствуют. И Иисус, по сути, дает учение. Он говорит, ребята, вот сейчас надо меня услышать. Он говорит, ребята, желания исполняются. Желания, вы должны знать, что желания, если ты не сомневаешься, они исполняются. В одном случае можно попросить и не сомневаться, что получаешь уже, когда ты просишь. В другом случае повелеть горе, там вообще не говорится ни за молитву, ни за во имя Иисуса. Он говорит просто, что сбудется по твоим словам. То есть Иисус предлагает иметь веру Бога и говорит, сбудется по твоим словам. Я просто усвоил это правило. Ты представляешь, я просто усвоил это правило, что Иисус, Он хочет, чтобы я верил, что сбудется по моим словам. Иисус хочет, чтобы я верил, что мои желания абсолютно реализуемы все, и плохие, и хорошие. Маленькая поправочка. Он говорит, по сути, когда Он говорит, если пребудете в Слове Моем, это означает, что единственное, что не повлечет непредсказуемых последствий от твоих реализованных желаний, это быть в Слове. То есть у каждого реализованного желания, тем не менее, есть последствия. Мы все хотим быть счастливыми, но тем не менее, даже испытав радость от исполненного желания, еще не значит, что ты словил всю жизнь, хакнул ее, понимаешь? Это означает, что исполнилось желание, окей, а если у него будут такие последствия? Человек-то хочет быть счастливым, а не разгребать последствия своих желаний. Поэтому Иисус говорит, мое слово, ну по сути, оно сделает тебя зрячим. Ты должен точно, как закон, знать, желания исполняются, а вот теперь тебе нужно думать не над тем, как продвинуть их исполнение, а над тем, какие желания ты хочешь по-настоящему, чтобы исполнились. Если ты отвлекаешь свою силу на то, чтобы добиваться исполнения желаний, когда же тебе будет размышлять над последствиями этих желаний? Это уже называется похоть. И поэтому он хочет, чтобы ты знал, по умолчанию желания сбываются, вот как древо жизни приносят рады, они сбываются. Теперь я тебя хочу спросить, если бы ты знала, что, ну вот, прямо вот такое реально имела познание, что абсолютно любое желание исполняется, ты бы покупала, например, машину, которую ты сейчас, на которой ты ездишь? Например, это просто детский вопрос. Я даже, ну как, за тебя готов ответить. Если ты знаешь, что любое исполнится, зачем мне это? Зачем более худшее, если оно враг лучшего? И с желаниями он так говорит, они исполняются все, желайте лучших вещей. А какие для меня вещи лучше? Вот поэтому я говорю, в слове моем пребывай. Тогда ты не будешь размениваться. Сегодня ты не будешь покупать зеппер, потому что слово, оно тебя содержит в мысли, что ты можешь ездить на лучшей машине, например. Это даже с материальной точки зрения. А когда ты знаешь, что ты можешь купить себе Мерседес, например, вот как я могу купить себе Мерседес, например, да? Но я это не делаю, потому что я не хочу делать себя зависимым от законов страны, в которой я живу. Я миссионер там. Мне эти проблемы не нужны. Я подумывал купить себе хорошую машину, но я отказался от этой мысли. Сегодня мы делаем благотворительность. То есть, пребывая в слове, я понял, что это мое желание, оно сейчас лучше, чем вот это. Я не сомневаюсь, что исполнится и то, и это. Но когда я уже знаю, и пребывая в слове, знаю, что хорошее враг лучшего, если бы я думал, нет, например, мыслил таким образом, не все желания исполняются, а только скромные. Скорее всего, я бы выбрал себе какую-то машинку простую и ездил бы на ней. Да еще бы внутри такие люди, которые так делают, они все равно высматривают машину хуже себя и едут вот так. Понимаешь? Поэтому это ни к чему не приводит. Он хочет прямо сказать, имейте в виду, ребята, все возможно верующему. Желания исполняются все абсолютно. Все будет так, как ты хочешь. У меня только один вопрос. А чего ты хочешь? Ты подумал? Поэтому он не приходил там, все знают, что Иисус любил задавать вопросы, даже слепому. Чего ты хочешь? В смысле, чего хочу? Зрение хочу. Не факт, что слепой хочет зрение. Может, он денег хочет. И поэтому он спрашивал. И когда сегодня мы говорим об этом, у меня лишь одна мысль, драгоценная. Не тратьте энергию на исполнение желаний. Думайте о лучших желаниях. Ищите лучшее в себе, желание лучшего. И тогда с вами все будет хорошо. А когда вы думаете, что желания не все исполняются, или только святые, ты должен знать, что плохие желания тоже исполняются. И похоти исполняются. Любые желания, вожделения могут быть исполнены, абсолютно реализованы.
И вы видите, я приводил пример, там, Гитлер и прочие там, негодяи, которые воплощали свои кровожадные желания, ну, исполнялись. На сегодняшний день ни у одного евангелиста нету даже силы проповедовать 100 миллионам человек, а он убил 100 миллионов человек. Вот тебе и желание, сила желаний колоссальная, потому что в это заложено как древо жизни, вся сила Бога, потенциал, их можно вообще. И когда он говорит о желаниях, я еще раз повторю эту мысль. Он говорит, не думайте, что что-то не исполнится, даже не колеблетесь, все будет по вашим словам. Но думай, что говоришь, думай, чего ты хочешь, и следуй лучшему из этого. Поэтому, когда я говорю сегодня, все будет, как я хочу. Конечно, все будет, как я хочу. Я вижу, что Иисус хочет, чтобы я знал, что все будет, как я хочу. И когда я говорю, и когда кого-то раздражает, когда говорят, он говорит, все будет, как он хочет. Морда не треснет. Я говорю, конечно, не треснет. А почему ты так плохо думаешь обо мне, что я хочу чего-то плохого? Иначе чего тебя это раздражает? А если бы я тебе сказал, я хочу только, чего хочет Господь, поэтому все будет вот так. Ты бы сказал, молодец, какой хороший мальчик. Но почему-то в своей голове ты сразу крутишь, что Яковишин что-то там свое хочет, отдельно от Господа. Ты осудил меня, даже не выслушав. И поэтому мне стыдно, что у тебя такие мысли обо мне. Зачем ты обо мне так плохо думаешь? Я о тебе хорошо думаю. Я тебе говорю, все будет, как ты хочешь. Я верю, что у тебя чистые помыслы, что у тебя золотой ковчег, что у тебя нормальная голова. И когда я это говорю, я пример подаю. А ты думаешь обо мне плохо иногда. И говоришь, вот он там, что на себя берет. Мои желания, вот друг мой, сейчас ты когда послушал это, ты понимаешь, что я не борюсь в своей жизни, чтобы сбылось все, что я хочу. Я и так знаю, что сбудется. Я познаю лучшее. Все испытывайте, хорошего держитесь. Так мы читаем. Поэтому моя в этом абсолютно, мое откровение, оно чистое, оно золотое, оно кристальное. Это Иисус пришел научить нас, что все желания абсолютно реализуемы. Но думайте, чего вы хотите.